Здравствуйте, с вами Людмила Кухарева и только хорошие новости. На улице потеплело, и это уже хорошо. О том, что еще порадовало волжан, они расскажут прямо сейчас. Весна наступила наконец-то, и зима закончилась. Слава тебе, Господи, и солнце светит. Самая последняя хорошая новость. У нас новый губернатор. С ним связывают большие надежды. Дочка приехала из Питера в гости. Отпуск. Я в отпуске сама, так что мы отдыхаем. У меня дочери сегодня день рождения. Я поздравляю с днем рождения. Желаю здоровья, счастья. И чтоб все у нее было хорошо. Повышение в должности, например. У мужа сменилась работа. Очень интересная. То, что он давно хотел. У меня приехала дочка с Воронежа. С тремя внуками. 7, 5 и 3 годика. Я очень рада. Мы хорошо отдохнули. У нас все хорошо. Весна. Все хорошо, все отлично. Желаю вам только хороших новостей. Оставайтесь с нами. Смотрите телеканал «Ахтуба».